выходом на пенсию жизнь только начинается. Именно под таким девизом проходит встреча в Одинцовском клубе «Ветеран». В этом году он отмечает свое 20-летие. Участники и гости объединения – личности разносторонние и неординарные. Во времена активной молодости строили карьеру, занимали высокие посты и лишь выйдя на пенсию, раскрыли в себе творческое начало. Теперь они сочиняют стихи, играют в любительском театре, поют в ансамбле и принимают активное участие во всех районных мероприятиях. В этот раз встреча, которая прошла при поддержке сторонников партии «Единая Россия», собрала почитателей и ценителей творчества одинцовских поэтов, писателей и исполнителей бардовских песен со всего района. Очень интересная задумка. И очень хорошо, что она была осуществлена. Во-первых, поэты читают свои стихи. Во-вторых, жители Одинцова знакомятся с нашими поэтами, узнают о них. Сергей Сланский всю жизнь посвятил технической специальности. Теперь он играет в театре, исполняет популярные песни на гитаре и участвует в различных музыкальных конкурсах. Ну, наверное, в барды они все начинают физиками, лириками, а потом становятся лириками. Ну, я, в общем-то, давно в армии, когда я, в общем-то, отслужил армию, меня научили на гитаре играть. Еще один постоянный гость – Николай Афанасьев. Более 30 лет отдал служению в армии. Сейчас полковник в отставке пишет стихи и регулярно делится плодами творчества с участниками клуба. Это стихи о жизни, стихи о погоде, о хороших людях, о детстве вспоминать. На сегодняшний день в клубе работает 9 различных факультетов, посвященных рукоделию, музыке, танцам, театру, литературе, религии и другим дисциплинам. Творческие встречи проходят раз в месяц и пользуются большой популярностью у представителей старшего поколения. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».